она разрослась во мне дерево, чтобы кончики пальцев стали ею окрашены, и чтобы ее во мне немерено. Ее храни, храни, храни глубоко в себе, там ей теплее и мягче, там она в своем белоснежном белье тихо-тихо от счастья плачет. Ее бы укрыть, ее бы обнять, ее бы раздать. Дай Бог ее хватит. Привет, Тони. Здравствуй. Ведь не опустит твоя ладонь до тех пор, пока ты любовь, пока ты любовь. Так что давай жестами. Ты меня слышишь уже, наверное, сейчас? Чё ты там? Что там говорить? Привет, Алексей. Так, я не был готов. Я просто это, ну, я просто решила немножко неожиданно ворваться. С работы сбежала, но меня уволили просто. Сказали, такой работник нам больше не нужен. Я такая, ладно, до свидания. Да, прикинь, вообще. Ой, блин. Не, так сделаю. Уволили по причине слишком вульгарной декольте. Привет, Дриша. Привет, Жанезеру. Вообще, ну, я сегодня не... Ветеровский привет. Я не была сегодня в декольте таком, я просто была в короткой кофте. Ну, там, где этот. Пуп не было, кстати, видно. Просто немножко часть спины и живота оголена. Ужас, блин. Ой. А 2 недели отрабатывать? А, не надо. Уже нового администратора нашли. Ладно, чё вы. Отметим с вами мое увольнение. Так. Вот эту хочу песню. Чё рассказывайте? Чё, она там реально звук... А, Тони, ты так? Я-то думала, ты это сейчас... Я не знаю, что там у вас по качеству. Лагаю ли я и какого я вообще в целом освещения? У нас, как всегда... Так, да, на повторный. Мне кажется, вот так вот надо сделать. И... Это ужасно. Ну, ужас, реально. Ладно, пойдет. Нет, как будто бы не знаю. Электричка за электричкой.
слухай. Читай по губам. Я не успел даже инструкцию записать. Давай в диспетчере задач подними приоритет ОБС до высокого, чтобы браузер не отбирал производительность. Окей, сейчас. Диспетчер задач. И он такой, что такое ОБС? Блин, я знаю, что надо снять. Вот это надо сделать. То... Это надо сделать. Вроде нормально должно быть. Все нормально должно быть. ОБС так в приоритете. Ля альфа в городе. Угу. Привет, Скэпушка. Возможно, там много процессов под ОБС сидят, поднимая тем, что ЦП кушают. Возможно. Почему Твиче нет субтитров, надо жалобы накатать, что инвалидов ущемляют. Вообще, кстати, я видела, что некоторые добавляют субтитры, это прикольно. Вот, но, по-моему, это отдельная программа, за которую нужно платить. Я не знаю. Мне кажется, да. Блин, я сегодня, короче, максимально на домашнем, еще больше, чем обычно. Грейгот, привет. За тебя 150 грамм беленькой. Спасибо большое. Ты как из... Да хватит, блин. Где делают PowerPoint? Что делает PowerPoint? Распределяет. Блин, посмотрите, у меня вот это что? Я реально какая-то этот. Подождите, сейчас. Ужас. Ужас, капец. Ну, знаете, как приятно стримить в то время, когда я раньше так... Да пофиг, главное, доме свободен. Вот так лучше, да? Можно было бы сюда... Привет, Шиз. Можно было бы сюда, конечно, надеть другую кофту, тогда было бы посимпатичнее. Или рубашку, там, не знаю, какую-нибудь. Нет. Но, как бы, это... Вообще не до этого, если честно. У нас на улице такая погода адская. Не выходите на улицу, даже если вы не в Казахстане. И не в Астане. Так. Мне нужны песни. Хорошие песни. А то мне что-то все вот это вот новое для нас. Давайте. Ветер мне на плечи рухнул. Я хочу тебе верить, даже если делаешь больно. А лента криво наклеена или так кажется? Лента вот эта? Она вот здесь вот, вот здесь ты имеешь в виду? Да, тебе не кажется. Там, где панограф, кажется, будто выше. Вот видишь? Вот тут вот. Привет. Привет, Ленский. Ну, не кто-то, а... Я волна. Да-да-да-да. Это капибар. Не осматривайся так, иначе лента начнет смотреть в ответ. Боже, Тоня. Что запить? Пожалуйста, я не знаю. Я не знаю, что слушать. Ладно. Знаете, как сделаем? Где тут был? Было. О! Вот так делаем. Все. Я не знаю, почему у меня... Я не могу концентрироваться на многих делах одновременно. Теперь у меня концентрация только на одном. И это так хорошо, если честно. Ну, с одной стороны. С другой стороны, как бы не очень, непривычненько. Так, все. Я теперь слушаю... Как ваше? Ничего. Мне что-то жарко очень сильно, как будто бы температура. Ить-ить. Такая притопала. Хорошо, что стрим ранее. Тебе что, на смену? Ну, а еще, возможно, завтра работать не буду. Ну, первую половину дня, возможно. На самом деле, я не уволилась. Все хорошо, нормально, просто у нас погодные условия очень сильно изменились, и из-за чего дети, ну, большинство из них не приехало. Вот, поэтому, ну, просто, типа, смысла сидеть там не было абсолютно, и мы ушли по домам.
Вот. А завтра у нас тоже чрезвычайная ситуация. Сос-сос. Привет, Bad Bunny. Вот. И поэтому, возможно, возможно, все. Ничего себе слушает на нас сама, давай рассказывай. Ах ты, обманщица. Да ладно, подумаешь, немножко совсем, чуть-чуть приукрасила. Интересно было проверить вашу реакцию. Отпуск официально закончен. Оцени по 10-бальной шкале, как ты провел отпуск. Я с волком или с волком? Волк, волком, с волком. Приду и укушу бачок. Прекрасно, только давай так, чтобы бачок сразу откусить и выкинуть. Ну, типа, чтобы он у меня не оставался. Привет, Лоботряс. Нифига себе, ты попал на стрим. Спасибо за фоллоу. Фоллоу? Фига, у тебя уши выросли. Так растянулись же. Блин, я не знаю, я так балдею от того, что она... Вот где? А вот тут вот. Она типа огромная такая, классная. Господи, человек радуется каким-то мелочам. Вы вообще видели меня в последний раз, когда я чтобы так радовалась? А еще я же вам говорила, да, про то, что я делаю маникюр. Я говорила вам или нет? Короче, я делала маникюр не только себе, но и подругам. И решила брать с них не оплату денег, потому что они, ну, типа, близкие все-таки. Но при этом, и чтобы пополнялось там что-то там, ну, материалы и прочее, они, то есть, будут покупать что-либо. Вот. Куда вы летите? Вы что? Я не успеваю. Вот. Да, в принципе, 5, наверное. 5 из 5 или 5 из 10? По 10-бальной пятерка. Скайпа, ты чё? У меня тоже маленькая радость. 40-70 уже едет ко мне, буду дышать после... О, нифига себе, у тебя остальные там потянут комплектующие или нет? Воу, здравствуйте, госпожа Эльфийка. Привет, Аникс. Вон. Здравствуйте. Чё там, чё? Никита перенаправил, что ли, такой, сходи, посиди, пока я там готовлюсь к своему стриму. Говорила, что за ресурсы делаешь. Вот, я сегодня создала виш-лист, ну, то есть туда забросила все свои материалы, которые мне необходимы, прикрепила сразу ссылки, фотографии, и что-то так кайфанула, что не смогла остановиться и решила расфасовать все, типа, по отдельности, что я хотела бы купить, и все туда добавить. То есть это и мне будет, по сути, удобно, и мало ли, если там кто-то захочет что-то подарить, то оттуда можно будет выбирать. Вот. Я так полагаю, голодные времена закончились, теперь стримы будут чаще. Ну, смотри, у меня сил больше стало, потому что я, видимо, ну, терапия свое дает знать, и я сплю теперь нормально, у меня сон наладился. На работе распределение вроде как обязанностей произошло, и поэтому я теперь смогу, ну, совмещать в днях все то, что я хотела ранее совмещать, просто по количеству сил у меня не получалось. Вот, и поэтому теперь, да, стримы хотелось бы, чтобы были чаще, чтобы я очень быстро не выгорала. Вот. Не только на время плохой погоды. А, ну насчет того, что сегодня пораньше стрим, да, это только из-за плохой погоды, а так нет. Ну тут же понятие растяжимое, 10 это где-нибудь на Бали. Нифига скэпа. Ты знаешь, что как бы в Краснодаре тоже как бы неплохо, да? Ну типа, ну вообще, ну, как бы... Да не, просто с его канала увидела, что у вас... Он что, стримит уже, что ли? Ну-ка, сейчас глянем. А, реально. Кукинг стрим подрубил. Ну, капец, капец. Спасибо за фоллоу. Это что за кубы? Курорты Краснодарского края. Ну, как бы... Ну, как бы, нифига себе. Это, наверное, то же самое, как в Казахстане уехать куда-нибудь там, не знаю, в Усть-Каменогорск, туда поближе, где больше зелени. Ну-ка, еще подождите. Знаете, у меня здесь стоит... Привет, Клифф. Подожди, ты писал до этого или нет? У меня стоит здесь стакан с чаем. Трех Сокол Вася. А вы кто? Трехдневной... Три дня, короче, прошло, и он все еще здесь стоит. И стакан с водой. Блять, не помню, короче. В какой Краснодаре? Что мне там делать? Ой, подожди, в Красноярске. Прости, Скайпушка, это я уже перепутала территории. Ну да, как границы закрыли, Краснодар расцвел. Да хватит вам. Ужас. А еще я, короче, сняла пирсинг из носа. Я не знаю, что у меня произошло, но я сегодня приехала на работу и снова мимо. Да в смысле мимо? Типа Краснодар? Подожди, не Красноярск?
Блять. Снова мимо. Ну, на третий раз ты должна попасть нормально. Сейчас. Не, ну нет. Ты что, приехал? Нет, ВК не пойду смотреть. Я немножко по-другому. Калининград. Вот. Я просто города на букву К в России забила, и все. Кисловодск. Угу. Точно. Даже? Краснодар — это около Крыма, Красноярск — это Сибирь. Ну, короче, не в Красноярске и не в Краснодаре. А вот то, что я назвала. Что я сейчас только что назвала? Калининград. Память не настолько плохая, ладно. Немножко начинает усиливаться. Ой, кто там такой умный? Калининград. Так что да. Опять ноет, сидит, выигрывает ноет. Проигрывает ноет, на команду ноет. О, божечки. Ля модеры в бой. Скабы пока с компа, а в бой, а потом все, Ангелина, отбивайся, сама называется. Скрим Янг Бонс. Я не понимаю, почему мне нравится, когда ты говоришь угу. Не знаю. Не, пока с телефона, а насколько, ну ты вообще, блин. А тебе в какое время надо уходить на этот, на смену? Поэтому не слишком оперативно. Ну, все-таки оперативно. Вообще, кстати, вот чистить чат, мне интересно. Не буду я вот это твое угу делать по-другому. 6 по моим. Понял? Этот. Про чистить чат. Мне кажется, что чистить чат прямо таких каких-то штук, это для того, чтобы стример их не произносил. А вот эти, которые они кидают из этих, из символов, это же вроде, если бы чат отображался где-нибудь здесь, нет? Тогда бы. Или я что-то не понимаю. Она стримит год и нихера не понимает. Переходи на Queen of Time. Да, знаю, с моей тугоумностью вот этой вот всей. То, конечно, меня сразу надо переводить. Просто поднастроить, как по мне. Ну да, есть такое. Когда будет, не знаю, Шиз, как только ты накопишь. Боты. Угу. А еще я так и думаю, вот интересно. А, по-моему, есть такое, когда кто-то стримером может накручивать разных ботов. Мужики ушли, я теперь слышу. Привет, Тони, наконец-то, господи, боже мой. Здравствуй. Здравствуй, Тони, как дела? Пока мать не родила. Как родит, расскажи. Я скажу, свожу тебя в камыши. Про город все верно, ну слава господи, отгадала с третьего раза, я же тебе говорила, бог любит Ройса. Я такая, типа, все, боженьку приобретаем. Ну ты че, подождите. Надо вот эту, кстати, штучку изменить. Какие локаторы? Про какие локаторы речь? Камыши сводишь, а может рогу... Нет. Неправда. А чего это за мейкап такой сказочный? Я не знаю. Мне просто сегодня, когда пришла, такая думаю, надо чего-нибудь немножко другое сделать. И что-то так захотелось. И еще я не хотела идти мыть волосы, поэтому решила собрать их в пучок. И под пучок подходит, ну, вот что-то вот такое. Вот. Так что да. Но в Красноярске я тоже жила. Как тебе в Красноярске? Давай я тебе дам 500 рублей, ты мне 500 кабалов. Чисто на ставках поднимусь и буду продавать курсы чату и бабки пополам. Кстати, я хотела сегодня запустить аукцион на выбор аниме. Ну, или там фильма какого-нибудь, не знаю. А у меня по итогу почему-то сайт не находится. Вы не знаете, его не блокнули случайно за это время, пока я им не пользовалась? Еще надо будет вам снизить за баллы канала, там всякие озвучки, то вы бедняжки вообще. После стрима. Ага, Аляску до сих пор смотрят. Я не думаю, что Аляску можно смотреть на Твиче. Ее надо смотреть в Дискорде. А Дискорд пока себе брать, типа, брата, ну такое себе, если честно. Вот. Вот так вот.
хорошо дома пораньше, когда приходишь, все классно. Вот бы так иногда, более сокращенный день, допустим, в пятницу. Было бы клево, но было бы слишком жирно. Вот так вот. Вот так вот. Ебучая гирлянда. Покупай гирлянду. Кому хочешь настроение. Чем тебе гирлянда-то не нравится? То, что она мигает? Я тебе сейчас эту расческу в жопан запихну. Ужас. У нас всегда в пятницу сокращенный день. Но это у вас. Такая... Уши прявый. Я вообще схожу с ума, походу. У нас сокращенных дней нет. Чтобы вы понимали, мы вообще даже в государственные праздники некоторые не отдыхали. Мы отдыхали только... А, у нас был 30 декабря. Наполовину, по-моему, день. Типа половину дня отработали, а вторую не работали. И мы отдыхали первый и второй вроде бы. Ну и 31, соответственно. Вроде бы так. Вот. Ударила, аж звон пошел. Я не хотела... Мне что-то жарко и что-то как-то нервно, и как будто бы я отвыкла. Я вообще по пятницам не работаю, но я вчера не работала, так что в пятницу выйду. А, ну да, ты что-то там вчера, типа, похмелье было. Нормально посреди недели нахерачиться, потом не пойти на работу, вообще нормально. Да как я вам сейчас расскажу историю. Я сегодня решила поехать попозже. Ну, потому что сегодня, вот вторник и четверг, у меня день такой более свободный, детей меньше там и прочее. Я так и думаю, ну, сейчас поеду на другом автобусе. У меня есть один автобус, который приезжает из остановки, идти минут 10 нужно. А есть другой автобус, который приезжает на другую остановку, с другой, короче, стороны, и оттуда идти, ну, минут... Может быть, 7-5, где-то так. То есть, как бы разница все равно есть. Не в два раза прям отличается по времени, но все же меньше идти. Я так и думаю, ну, выйду попозже, но при этом поеду на том автобусе, от которого ближе от остановки идти, но он едет дольше, потому что он делает круг. Думаю, хорошо, ладно. Села, еду, смотрю по картам, у меня остановка вот так, которую я говорю вам о том, что с нее идти меньше, и следующая еще с нее было бы ближе идти. В итоге я такая думаю, ну сейчас на ней тогда попробую. Что вы думаете? Он на ней не останавливается, видимо, ее отменили, и он едет на ту остановку, на которую я изначально добиралась по 10 минут пешком ходить, но на другом автобусе, который приезжает намного меньше, потому что он не делает круг. Я просто вышла из автобуса, уже было почти 9, а мне надо на работе быть к 8:30. Я просто думаю, блядь, как можно было догнать, додуматься, вот так вот поступить? Ну ладно, думаю, ну что, уже прогуляла, значит, ну, в плане опоздала, значит, опаздываем красиво. Иду дальше, перехожу дорогу, бегут две собаки, такие молоденькие, ну, это щенки еще. Думаю, блин. Ну, что-то, я смотрю, они потерявшиеся какие, но при этом они нацелились и бегут за мужчиной. Я такая, угу, хорошо. Я вот иду, смотрю на них, и получилось так, что я и мужчина идем рядом, и вот эти вот собаки, я потом у него спрашиваю, говорит, ваши собаки? Он, ну, типа, с нихуя такая, идет какая-то девка и такая, это ваши собаки? А он такой, мои собаки. Ну, он так не сказал. Привет, Ярослав. Да, хорошо, привет, и пока давай там рабочего дня, отдыха или что там у тебя. Вот, и короче, я что делаю дальше? Ну, спрашиваю у него, его ли это собаки, он мне начинает что-то говорить, а у нас ветер сегодня сильный, я его нормально не слышу. Останавливаюсь, и благо у меня были блины в рюкзаке. Покормила блинами, потом с ним как раз разговорилась, начала спрашивать, откуда там он их нашел и так далее, что он будет теперь с ними делать, как он будет им помогать. Уточнила у него все эти вопросы, постояла с ним, поговорила, пожелали друг другу всего хорошего, и я пошла. Ну, я просто не успела бы ему как-либо помочь еще. Оказалось, он просто вышел из работы, и эти собаки увязались, типа он их увидел, и он теперь хочет как-то им помочь. Но он выглядел как тот человек, который их не бросит и действительно окажет им помощь. Поэтому я как-то была более-менее спокойна, что ли. Вот такие вот истории. И потом я еще решила зайти в магазин, купить сразу завтрак, купить что-нибудь сладкое. Просто Ангелина сегодня от души прогуляла, еще потом пораньше отпустили, вообще кайф. Ой, проблемы больших городов. Ну, блин, да. Хотя при этом говорят, что, ну, Астана небольшой город, по сути-то. Но при этом так задалбливаешься вот на этих расстояниях ездить. Я вообще не представляю, как в Москве можно жить. Я бы там чокнулась. Не, я вчера протрезветь не мог, похмелье у меня сегодня. Ой, блин. Я вообще по пятницам не работаю, но я вчера не работала, так что пятница.
Как и хорошо, он с виду чистый, но небо грязное. Это печаль всех жителей. А вообще, я много там областей объездил. Красноярск, Новосибирск, Томск, Кемерово. А в этой стране, кроме Питера, пока не гонял никуда. Ну, уверен, если захочешь, то погоняешь. Я так однажды вместо вокзала в какие-то ебеня частного сектора попал ночью. Вот это вот самое страшное ночью. А нас блинами покормить? Не-не-не. В Астане много частных домов? Очень много. Да, еще, мне кажется, ну, допустим, у нас тоже стали появляться собаки, которые этот... Блядь, все, глаз чешется. Собаки, которые бродячие. И, ну, они выглядят так, что как будто бы они то ли отцепились, потерялись, то ли их выгнали, то ли что, я не знаю. И то есть они, ну, например, когда я в Грузии была, там собаки, это естественное такое дело, то есть они там и чипированы, и подлечены, и у них есть еда на улице. Блядь, песня это бесит. Это уже фоновая, просто... Нет, это если я включу, вы скажете, что опять она? А если в разброс? Будешь представить. Вот. И там это обычное дело. А здесь у нас собаки... Ну, то есть там в Грузии они добрые, и ты не боишься к ним подходить. А здесь собаки зачастую именно пугливые и кидаются. Я сегодня впервые пошел в школу после перелома. Первый урок начинается с замурчательными ебелями мозгов от училки. Заебись. Ну, так всегда. Так они не бродячие, они на свободном выгуле. От чего обычно кусают губы? Не знаю, у меня от нервов. Ну, во-первых, они у меня трескаются постоянно из-за температуры. Вот. И часто учителя мурчат. Я когда жил в Чеснике, у нас почти у всех собаки бегают пожрать, привыкут и дальше. Да, размножаются потом. Так что да. А это рандомная фон-музыка, я-то думала, вы католики. Это мой плейлист в разброс за все годы того, что слушаю музыку ВК. Так что сейчас там благое можно будет услышать, не ёбнитесь. У нас вылавливают, стерилизуют, бирку вешают и обратно на улицу выкидывают. Пиздец. Да, блядь, клипануть не могу. Просто про школу услышала, задумался. Ну, короче, здесь есть парень из Америки, ему 17 лет. А Шиз, тебе сколько лет? Если член уйдешь на экран, то 0 лет будет. Блядь, Тони, у тебя самые пиздатые советы. Вот. Самый, наверное, маленький возраст — это 17 лет. Как-то был момент, когда был 15-летний вроде бы. Но он потом слился. И даже очень хорошо. А то я иногда чувствую себя потом это... Сейчас как ляпну лишнего, и хана. А самый старый Ванька... Ванька, тебе сколько лет? 30? По-моему, нет. Нет, Громушке 40 чем-то. Так что Громушка самый... Ну, не то, что старый, взрослый. 30 ему с хуем вроде. Ванька себе хуй не оторвала. Говорю же, ты совращаешь малолетних. Ужас. Подождите, пойду хоть это. Сейчас. Фу, господи. Живем и дышим. Ну там вообще дед. Не знаю, блин, просто как-то так сложилось. Вот, допустим, вы у меня все, кто, по сути, уже не первый месяц смотрите. Ну, то есть постояшки, постоянные зрители. Вот. И как-то я так уже привыкла, что, не знаю, комфортно, что ли. И, допустим, изначально, когда Гром только пришел, ну, я помню прекрасно все. Кто там клипаки клепает? Год уже. Вот, я о чем говорю. То есть это же, типа, пиздец, как много времени уже прошло. Вот, и я настолько сильно привыкла, что это так комфортно. Вот так вот.
Все, опять нас долбит. Да, блядь, да хватит. У меня кашель появился, и говорю же вам, ноздря были там, где прокол. Я сняла кольцо. Когда постоянно будет порядочек в виде онлика. Когда постоянно будет порядочек в виде онлика. Да... Бусти, говорю, подписывайся. Мы тебя знаем уже как облупленную. Уверен? Ну, типа, это неплохо, конечно. Но ты задумайся о том, что если ты меня хорошо знаешь, то, вероятно, и я тебя хорошо знаю. Ну, именно ту часть, которую мы друг другу показываем. А все остальное еще узнавать и узнавать. Там ничего нет. Шиз, ты просто не подписывался. Да и вот как подпишешься, посидишь там, ну, годик хотя бы. Тогда тебе откроется доступ. ВЛС тебе на Boost, понимаешь? Понимаешь? Там только так все работает. Да, да. Я, ты что, буду маленьких обманывать, что ли? Ты что, я взрослая и, ну, правду говорю только. Да что там показывает, там все по цепочке распутывается. Ну да, по сути. Знала бы моя первая учительница, что я стану постояшкой, ставила бы мне одни пятерки. Блять. А ты что, плохо посещал уроки? Только нужно подписку брать с World ID. Yes. Хорош. Хорош, Альсимит, хорош. Блин, почему я какая-то желтая? Сейчас Ангелина будет крутить. Вертеть. Я знаю, что надо сделать. О, какие люблю. Около мертвые. Ладно, домой надо, жрать хочу. Надеюсь, стрим еще не кончится. Давай, Тони, хорошо тебе добраться до дома. Стрим не знаю, стрим как обычно на часика полтора. Тогда как давно это было? Нормули. Ты как молодой поросенок. Сука. Не буду продолжать. Там таймер 3 месяца с подписки приходит, и тебе скидывают координаты закладки, где написан логин и пароль для твоего секретного аккаунта. Обожаю. Ну, в плане, ты я поняла тебя, Альтимит. Я прекрасно поняла, о чем ты, просто это смешно. Вот. Блин, я не знаю, куда вас еще пихнуть. Мне, знаете, не нравится расположение камеры, во-первых. А еще, во-вторых, мне не нравится то, что я когда так делаю, ну, в плане... Ну, не я там, а в плане стол, когда... Дергаю. Ну, вы поняли. И камера дергается. Логично. Логично. А за углом стоят некие люди на бусе. Да ужас, нет. Что? Короче. Знаете что? Надо выбрать аниме посмотреть. Мне хочется что-нибудь с вами посмотреть. Я давно ничего с вами не смотрела. Ребята, как вам мой значок луны? Блять, скайпа, ну ёпта мать, ну прости, пожалуйста. Я забываю. Блин. Я помню, как после больнички прихожу в школу, а цифры математики нет. По-моему, тебе просто отшибло зрение. Ой, чуть не это, не забанила. А как? А разве бензопилу можно смотреть на Твиче? Джуджу... Маха? Не-не. Наверное, это не так делается, да? Ну да. Не знаю, кто делает. Ладно. Надо потом будет разобраться. Да, можно смотреть. Но если можно, то можно будет попробовать. Бан словить второй. Так, что бы еще вам показать такого? Из... Короче, смотрите. Я вернулась к тому, чтобы...
Вести дневники. Ну, в том плане, чтобы вести их не со стороны там каких-либо этот... Как вам объяснить? Не со стороны того, чтобы выписывать свои там мысли на протяжении, там, не знаю, дня или еще что-то, а именно касаемо того, чтобы просто какие-нибудь там заметки делать, наклеивать что-то, вклеивать и так далее. Мне вот это вот нравится. Для тебя увидите, нет? Нихуя вы не увидите. Это она такая, я не знаю, о чем поговорить. Всем привет! Сегодня у нас обзор на скетчбук. Вот, ну не знаю, мне, например, помогает это как-то выброс эмоций происходит просто от того, что ты... А что у нас на повторе песни играет, да? Вот. Там пока 21 из 20... Чё, скайпа? Бля, когда выйдет фрирен, это будет пушка, но там пока 21 из 28... Это про что? Конечно, можно уже даже на Твиче... На Твиче есть Бонг, да это другое! Скетчбук жизни. Я вернулась к тому, чтобы снова вести слабое звено. Можно еще глянуть Клинок рискающих демонов или Перерождение безработного? А вы смотрели новое аниме про зомби? Провожающих последний путь в Фрирен? Это что, аниме, да? Провожающее... Фрирен, провожающая в последний путь. А там сколько? Рисовка прикольная. Сейчас. Вообще пишут, что это манга. Это то есть по манге выйдет аниме. Походу, да. В 2020-м она была написана. Есть. Вот. Ну-ка, подождите. Один сезон, 16 эпизодов, и еще должно выйти, да? Да, блядь. Господи, почему мне директор пишет, я не хочу? Это не бомба, это ядерный заряд. А ты мангу читал? Это тоже такая красивая. Сека, привет. Спасибо за комплимент. Блядь. Я боюсь, что она когда мне... Что-то сразу вспоминаю мимы про близнецов и про то, когда там происходит стресс в жизни, они такие просто, йоу, все классно, а когда там спокойно, они просто садятся и охуевают. Вот я просто по жизни походу, говорю, у меня еще голосовые записаны, я не хочу их открывать, блин, я боюсь. Что мы все видели в очках? Че вы там видели? Там ничего не видно, не пизди. Да, директор, не пиши мне больше, ты душный. Да, сейчас прослушаю быстро. Какая кальянка. Кальянка, блин. Курить хочется. Такое говорит мне. Блять, нельзя включить такое. Ну, короче, она мне такое говорит. Блять, ты всегда умеешь ты всегда умеешь поддержать. Думаю, экскьюз ми, а что за доёб мою сторону?
Извините, извините. Да, это у меня ситуация. Просто думаю, блядь, почему она мне так говорит? Не надо мне, пожалуйста. Чисто я, которая такая, да, я не против, если со мной ели какие-то свои проблемы. Я никому не против помочь. Так же я, ну и нахуй на мне это пишет. Я уже устала, ей-богу. Не, знаете, вот, когда подходит конец недели, особенно когда вот наступает пятница, то есть четверг еще более-менее, когда пятница, именно само сознание того, что пятница, и когда ты просыпаешься в пятницу, и когда ты идешь на работу, это самый ублюдский день в неделю, когда работаешь 5 дней в неделю. Ты просто ждешь уже его окончания, потому что так сильно хочется пойти домой, и 2 этих дня просто лежать, отдыхать, не знаю, что-либо делать. Но в эти 2 дня ты готовишь есть, убираешься, стираешься и прочее-прочее, и ты, по сути, не отдыхаешь. Привет, сексуалка. Чё, не работает? Работает, но музыка слишком громкая. Я всегда такая веселая, когда держит хуёк. Не знаю, не знаю. Привет, мне было. Да, ну, как дела? Рассказывай. Так что да. Ой, а еще если завтра отменят, то первую часть получается. Первую часть дня рабочего, то я с утра смогу постримить. Ну, это если мне, конечно, заранее все покажут. Покажут эти, что скажут. Все, я уже это. А сколько стоит снять очки? 1000 рублей. Тизер кинул. Хорошо, я посмотрю его после стрима. Ну, скорее всего, там будет этот. Это хорошенькое, интересненькое. У меня почему-то сейчас так, что я не жду никакой ни сериал, никакой аниме, вообще ничего. Я даже скорее смотрю что-то старое. И уже мне известно, пересматриваю. Единственное, я начала смотреть 5-й сезон «Трудных подростков», потому что он вот недавно вышел. Это единственное. И все. Я хуйня не света. Вот, я так и подумала, что там, ну, плохого ничего не будет. Знаю просто твои вкусы и то, что они совпадают. Экс-туды. Мне почему-то кажется, как будто у меня есть какой-то компот. Это просто вода. А еще я не могу почему-то сейчас пить чаи. Единственное, что я могу пить, это газировки и вот воду обычную. И даже воду обычную мне сейчас еще больше хочется пить, нежели что-либо еще. Это так максимально странно. Че вот это вот? Веер. Короче, все, давайте я пойду. Думаю. Туда, на диван. Это что-то я себе максимально сильно, подождите. Неловко почувствовала, ужас. Фу. Это очень неприятно, если честно. Кого-то предали, кого-то бросили. Кто не лазит в предали. А что я пропустил? Да ничего ты не пропустил. Я просто не знаю, что-то мне прям как-то неловко стало. Вернулся с едой. Все. Что мне как-то... Минимум два. Фототелся сбор на ПК. Никуда. Просто убрала. Привет, Трипси. Не знаю, каким образом. Ну, это как ее. Да меня щи хоть хуй полощи со синим кейсом. Приятного дня. Сперва хуй пополоскал, потом съел, да? Ужас. Создавай, если хочешь, вообще без проблем, господи. Я уже, по-моему, все пережила. Чисто стрим, говорящий избушки. Да, я там выкрикиваю из... не знаю.
из чего, откуда, куда, зачем, почему. Да не знаю, почему. Я сейчас взяла аборт. Да чего, блядь? Какой еще аборт? Чтобы был аборт, надо сперва больше будут додать. Это скорее... Ладно, я просто промолчу. Гениальная идея у тебя, Шиз, вообще просто. Великолепно. Стань менеджером кого-нибудь. Бля, эта идея чисто ради рофла. Нет, спасибо. Не буду. Благодарю, конечно, но нет. Какими-нибудь другими путями, спасибо. Нет, не хочу. Я... Не знаю. Я, кажется, устала просто. И с этой усталостью еще и состояние меняется. У меня сейчас оно... Как будто я как будто по-новому начала жить. В том плане, что я будто бы опять изучаю эмоции свои, состояния, реакции. И хуй такая, что не делала. Да. Реально. Только если выписки какие-нибудь из больницы. Я предлагаю ради Роф Лаверлей Лавенса добавить, она не стала, ой. Просто, например, до этого я понимала, что... На запуск конлика. Это вы вообще охерели, что ли? Лучше что-нибудь, там, не знаю, какую-нибудь фотосъемку там организовать, косплей какой-нибудь, не знаю, заказать вещи, сделать обзор на что-то, может быть, там еще вы что-то хотели бы, не знаю. Ну, то есть, что-то более творческое, не связанное с продажей и выставлением своего голого тела. Ну, блин, ну, ребят. Этого и так в интернете дохуя и больше. А душевно отдыхать... Нет, конечно, возможно, душевно отдыхают, куда там смотрят, дрочат и прочее. Вообще не сомневаюсь. Но не знаю. Этого полно-полный. Какой косплей мы тебя попозили? Кто сказал, что нельзя фотки выставить в полный рост? И что теперь, стоя стримить, блин? Так мы тебе предлагаем фотосъемку, но идите нахер. Это самый эффективный вариант. Пиздец. Почему вы же... Кто мне... Вы мне говорили, да, на стриме, что самое выгодно зарабатывать... Да, по-моему, это вы мне говорили. Это на тех вещах, которые всегда будут востребованы. Секс, еда и чё ещё было? Чё-то ещё было? Не помню. Туалетная бумага. Это когда стал известным стримером и начал печатать туалетную бумагу. Есть же эта туалетная бумага с долларами, а это туалетная бумага там с лицом. Ваху. Со своих идей. Хотя теперь понимаю ваши идеи. А вообще мы с Атари ведем и онлик. Мы пытались сначала ее уломать, потом начали пользоваться нейросетью. Я помню, как меня в нейронке создавали. Секс, еда и АСМР. Это были твои предпочтения. Не мог я такой хуйни сказать. Клифф, ага. Кстати, может быть, ты и сказал. Нет, ты, по-моему, Атари писал. Ну, это не хуйня, это база жизни просто. Каждый месяц новый пак. Ну, вы, конечно, успеваете, стараетесь от души, я смотрю. Это ж сколько идей у людей в голове, что каждый месяц новый пак. А в паке сколько фотографий, скажи мне, пожалуйста? Хоть подсоберу данные, там, не знаю. Хоть пойму, на что мне нужна... Этот... Как объяснить-то? Стремиться, чтобы переплюнуть. Могу подсобить голосовой модели. Как всегда, развлечение. Так секс это есть развлечение, нет? Хотя ладно, секс это лишь один вид. Две анфасы профиль. Соберем нейроангелинку. А что слушайте, удобно? Только спрос у вас небольшой, понимаете? Невыгодно будет
запариваться над всем этим. Какой большой. А где звук? Интересный факт. Настоящий страстный поцелуй вызывает в мозгу те же химические реакции, что прыжки с парашютами, стрельба из пистолета. Так выпьем же, чтоб поцелуи были только огнестрельными, а прыжки страстными. Страстными, ага. Ага, благодарю за поддержку. А теперь еще раз прочитаю, потому что я упустила половину того, что там было. Интересный факт. Настоящий страстный поцелуй вызывает в мозгу те же химические реакции, что прыжки с парашютом и стрельба из пистолета. Так выпьем же, чтоб поцелуи были только огнестрельными, а прыжки страстными. Ну, вообще, по сути, скорее всего, да, потому что запускаются те же... И я такая умная вообще, такая говорю, конечно, по логике все это правильно, потому что запускаются те же химические реакции. Та информация, которая была написана, и так это подтверждает. Это как пересказывать какой-то текст на учебе, блядь. Просто из одного предложения вытянуть максимум. Обычно 10 фото 1000 рублей, сильвер 15 фото 3500, гол 25 фото и одно видео 6999 рублей. Блять, реально мушонник открыть. Ваху. Так, подождите, сейчас я вернусь. Это там, по-моему, у Ирамира разъёб рабочий идет сейчас. Громушка, привет. Сейчас нейронки выходят на такой уровень, что онлифанщицы становятся не нужны, остается востребованным только еда и СМР. Угу. Пока стример на сортире, мы гоняем по квартире. Пока стример на сортире, мы гоняем по квартире. Пока стример на сортире, мы гоняем по квартире. Кайфово, спасибо за донат. Ну, вообще, типа, нейронки вот говорят там... Знаете, наверное, это как... Блин, условно выходит какая-то новая одежда, там, удобная. Ну, блядь, когда-то же вышла ветровка, типа, она стала охеренной. Но не все пользуются ветровками, то же самое, как и нейронкой. А еще пока вот сейчас из-за того, что это что-то новое, это очень интересное, люди хотят это познать, но потом все равно... Оно сойдет, скорее всего, не то чтобы на нет, оно просто станет менее заинтересованным, потому что, точнее, людям будет меньше использовать, так как мне кажется, что человеческие, блядь, лично сделанные какие-то вещи, нарисованные картины руками человека и так далее, это всегда будет вызывать больше эмоций, чем создание чего-то нейронного. Ну, только если они какие-то там супероценители. Ну, это, по крайней мере, мое мнение. Поэтому я не могу сказать о том, что нейронка там заменит художников или еще что-то. Наоборот, это как вот сразу почему-то считают это противником и начинают, там, не знаю, враждовать, искать плюсы в себе, себя захваливать и так далее, а не использовать, допустим, себе в помощь ту же нейронку. Не знаю. Это как еда, кому-то похер, кто-то ищет наклейку органик на ГМО и так далее. Да, ну да. Угу. Даже нейронка говорит, зайди в онлик. Но я не хочу. Мне это неинтересно. Ну, хз, мне Горгород и нейронки больше оригинала понравился. Ну, понятное дело, что, блин, знаешь, это как книга и фильм. По сути, считается, допустим, книга, фильм, который снят по книге, он, ну, книга оригинал получается, а фильм это уже там, как, блядь, копия, условно, да? И хотя что то, это сделано со своей стороны, со своей подачи. Но те, кто читал впервые книгу,
Они могут сказать, что книга намного лучше, фильм херня. Есть те, кто фильм посмотрели и книгу прочитали, сказали, что фильм это херня, книга херня. Так и здесь. Не заводи, а то мы доход потеряем. Да, бля, да, господи! Фу! Даже если там будут фотки какие-то, не знаю, именно эстетичные, про которые я вам всегда затираю. Блин, ну типа... Я не понимаю, почему у людей такое сильное желание посмотреть. Это, кстати, заблуждение, что нейронки делаются за человека, чтобы хорошую картину рисовать, надо вспотеть, так что это что это какой-то же инструмент, как трава в фотошопе. Когда трава в фотошопе появилась, художники заплакали. Да. Просто дело в том, что как раз-таки, чтобы нарисовать какую-то картину в нейронке, тебе нужно подобрать слова, тебе нужно там правильно запрос выстроить, тебе, возможно, потребуется несколько раз это переделывать и прочее. Поэтому все равно даже человек со своим разумом к этому подходит, чтобы получить итоговый хороший результат. Да, согласна. Сейчас послушал подкасты, микрофон не критичен, на средние и высоких основные детали. Много примеров хуже. Шур сделает голос немного прокуренным, басовитым. А рот будет улавливать и удерживать детальки твоего голоса лучше, чем сейчас. В общем, думай. Но для подкастов бубнить ближе к микрофону надо будет. Блин, мне и так бесит в моих подкастках... подкастах это... Вот это вот моё, топ-топ, слюни вот эти непонятные, раздражает жесть как. Грёбаная зима, ну-ка убери её, чё-то холодно, дай на красавицу посмотреть, она что ты, а? А, сейчас, ага. Не хочу, реально не хочу, просто хочу вот так посидеть. Каков же мой ахуй, у меня такое бешеное, спасибо за фоллоу, такое бешеное желание посмотреть на ваше красивое личико, Ангелиночка. Слушайте, потерпите, ну чё вы? Дайте мне отдохнуть немножко. Эквин, мы рофлим, не ломай голову себе, все равно мы ждем отлик, суки. Покупай микрофон для СМР, тема же. Слушайте, а СМР разве не запретили на Твиче? Ура, мы слышим, как Феликс крабят по квартире. Сибилянтов меньше, кстати, станет. Кто такие сибилянты? Как насчет ЖЖ от лица Анус? Что это за нахуй, Атари? Убери Артема, включай камеру, ебану. Чё это за проявление агрессии в мою сторону, я не поняла. Привет, Леорейд. Зачем СМР запрещать? Это же тупо шёпот и звуки. Не знаю. Много в записи. Да. А это уберется? То есть, если норм купить микрофон. Нет, не запретили, запретили мокрые тазики. Атари, ты про это говорил? Типа, ЖЖ от лица ануса? Или что это? А, блядь, Атари, ёб твою мать. Это, ага. ЖЖ, живой журнал, ты чем ты занимаешься? Блоги, грубо говоря, сука. Да, от лица ануса будет из разряда. Сегодня был максимально приятный день, потому что все то говно, что произошло за день, оно вышло из меня в самом начале дня. А к концу дня я же уже расслабился, а еще благо я смог не так сильно вспотеть за весь день, потому что работы было сегодня не так много, и в конечном итоге в расслабленном таком приятном состоянии я сел, а потом лег спать. В какой-нибудь день будет что-то другое. Типа вот это вот ты имеешь в виду? Лучше будет плюс ПО. Ага. Хорошо. Привет, Никита, ты что там, стрим уже все забросил? На Твиче просто сильно показывали декольте, вот СМР запретили. Пиздец. Вообще две темы, которые рядом стоят. Класс, чё? Ну, испорченный пиздец, мы кого тебя превратили в пиздец? Спасибо за пожелание хорошего стрима. Тебе тоже. Я не поняла, ты то ли офнул, то ли что произошло. Такие туалетные утренние подробности. Да это не мои. И не моего ануса даже. Даже. Понимаете? Рейзи на все два человека. Но вечером в меня почему-то что-то вошло. Блядь, Кнебл, не превращай красками там вот это вот все.
Сначала тело, потом лёг. Ангелина, ты когда-нибудь местную ботаническую культуру пробовала? Если бы я еще понимала твой лексикон, Тони. Я только была в ботаническом саду местном на первом курсе колледжа. Ходила, там ни хера не было, по сути. Но ночью произошел казус, из меня выпала фиолетовая пульсирующая вена. Думаю, что делать? Приятного аппетита, Никита. Прости. Жизнь ануса не очень интересна, в основном ничего не происходит. И раз в день мимо тебя проходит говно. Не мимо тебя, а через тебя. Он там сидит, огурчик кушает, причем не по-пацански. Ого! Я забронировала стол на субботу с дочей посидеть. Там полная темнота и обслуживают слепые. Меню-сюрприз. Ого! Ого! Блять! Да? Ого! Я в норме, если что. Нам нужно больше подробностей в деталях. А подробности уже за приятную кругленькую сумму, понимаешь? Дорогой журнал, сегодня меня тошнило полдня. Да-да-да, полоскало еще больше. Открытие для меня есть чипсы палочками из-под роллов. Капец, как удобно. Фу, мне кажется, это капец, как неудобно. Даже надо прочувствовать, что вот консистенция чипсика, а потом пальцы облизать. Это же целое искусство по поеданию. Порожитка сигарения, жопа после киси, так что жизнь она даже интереснее многих. И руки чистые. Это могла бы быть ты. Я поняла, Громушка, твой вот этот посыл, понимаешь? И вообще, я пришел поздороваться и убежать, голова болит, блин, не спал толком. Пока-пока. Давай, Кнебл, выздоравливай. Конституция. Если из вас что-то выпадает по ночам, что-то вы в этой жизни сделали не так. Как за у вас, у нас какой-то слишком нежный, сколько ел острого жопы, никак не реагировала. Ну, это, наверное, этот... Ну, индивидуальный процесс, понимаешь? Единственное, для чего эта бумажка гадена, то как раз быть подставкой под чипс. Какая бумажка? Да-да, напротив. Обляпать его руками, лизнуть, съесть и бонусом пальцы облизать. Вот и я о чем. Куда время летит? Почему так быстро все? Ой, я слишком это... Эй, тихо, подождите. Я застряла. Сейчас вернусь. Эй, жестко. А, блядь, не купал. Спина защемила. Старость не рады. О, жить острым идет. Вот и я там уже, да. Да, он про чипсы говорит, в этом-то и дело. Братик, нет, Тони, не то. Единственное, для чего эта бумажка гана, то как раз быть подставкой под чипсы. Я не поняла, Тарь, ты про что? Но сегодня же подольше, да? Не думаю. Я думаю, как обычно. Часика полтора, два максимум. Потому что я хочу другими еще делами позаниматься. Была бы тема про письки, я бы то же самое написала. Я искренне надеюсь. Да блин! Я поняла свою ошибку, которую я допустила. Вы меня теперь воспринимаете только той... Вот скажите, пожалуйста, вот чисто ради интереса. Какой сегодня Никитос позитивный. Его погладили с утра. Ради интереса, смотрите. Вы привыкли ко мне, которая такая... Ну какая? Хуйню несет. Да? Потом вроде что-то иногда как будто бы затирает что-то адекватное более-менее. Есть более, ну, какие-то вот мысли такие, ну, стоящие, да? Но по большей степени вы почему-то ждете контент, так скажем, про хуи и письки. Я к тебе еще не привык. Ты кто? А ты кто? Я тебя не звала, не знаю.
Давай знакомиться. Вот. Я вот теперь думаю. Ну вот, если бы я в какой-то момент решила бы стать там условно, не знаю, психотерапевтом, к примеру, или там, ну не знаю, что-то более такое профессиональное, ну то есть вы поняли, экспертное, да? А пошли ли бы вы ко мне как к специалисту или нет? Тебе не хватает после этой речи сказать, ты меня уважаешь? Вы меня вообще уважаете или нет? Трэш-контент нужен нам, чтобы переваривать ранее серьезные темы. Ну да, с этим я согласна. То есть это как разбавление. Но при этом как будто бы, я не знаю, то есть мне кажется, когда человек позиционирует себя сперва с одной стороны, а потом он резко начинает делать что-то другое, аудитория просто в ахуе находится с того, что ты чё, блядь, нам сейчас подпихиваешь, мы привыкли уже к одному. И вот мне интересно, как она узнала. Ты такая же, как и мы, ты можешь хоть как. Разговор обо всем о письках, вывеска на дверь. Блять. Мы бы пошли к себе обсуждать письки. И о письках. О, завтра юбилей. Пусть она забудет, у меня будет повод ее хуесосить. ПС, есть вакантное место на канале Дырка в телеке. Эх. Ёбаный рот. Куда я попала? Короче, ладно. И еще. Кто мне там отправлял на почту письмо? Говорил, что отправлял. И я тогда искала его, но его не было. То есть письмо мне не поступило. И я вот не помню, то ли это был Грандер, то ли кто это был. Вот. Теперь еще. Одна просьба. Все еще возвращаемся к старому. Я хотела как-то сделать что-то по типу рассуждения. Ну, короче, это все связано с подкастами. Ваши какие-то сны или ваши какие-то истории в анонимном формате в целом можно отправлять на почту мне, которая указана на Твиче. Если у вас будет время и возможность в ближайшее время это сделать, то я пиздец как буду рада тому, если вы это напишете. Потому что, я же говорю, у меня энергии больше стало появляться, и у меня больше стало зарождаться идей и желание их осуществить в ближайшее время, а не просто там, не знаю, так сказать, в стол закинуть и пойти дальше. Вот. Вот-вот, а потом он у нас говорит, что мы только о письках думаем. Ну, вообще, стримеры и аудитория между собой похожи. Ну, что-то общее явно есть, потому что если бы этого не было, то как бы это как хотел сказать, это как и в жизни. Ну, вы поняли. Мы тебя не видели в роли профи-психолога. Но я понимаю, что вы меня не видели в роли профи-психолога. Я про это говорю, что смогли бы вы потом воспринять меня как какого-то профессионала, а не просто шута горохового. Или, может быть, это я себя так воспринимаю, думаю о том, что я хуйню всякую несу просто только. Я лично ИРЛ хочу. ИРЛ ближе к весне, скорее всего, когда потеплее станет. Я тоже хочу в парк вместе с вами съездить, который я вам обещала в прошлом году, но проебалась с обещанием. Тут такая аудитория, такие разговоры. А, тут какая аудитория, такие разговоры. Ну, не знаю. Была бы в Москве, я бы каждую неделю ходила к тебе на сеанс. Ты думаешь, я бы смогла тебе помочь? Ну, типа в том плане, что вот даже сейчас, с учетом того, какие у меня есть знания, смогла бы ли я тебе оказать какую-то помощь душевную, например? И, Квин, ты просто помнишь, что ты говоришь нам нотации, держа плюшевый хуй, блять. А, подкаст это что-то на богатом. Для сотрудничества писать на почту мои сны. Далёры это. Звучит, как если бы вы лежали в дурке, хотели бы, чтобы я лично колола вам галоперидол? Ну так, хотели бы, нет? Напомню концепцию про сны, это все от времени уже прошло море, кто-то мог и забыть. Дело в том, что я хотела создать рубрику в подкастах, такую, где я бы зачитывала истории, и если бы вы хотели услышать конкретно мое мнение, допустим, как бы я поступила, или что бы я посоветовала сделать в такой ситуации, то эту историю или событие из жизни вы можете написать на почту мне
которое указано на Твиче. То же самое, как вы можете либо сами подставить имена какие-либо, либо, ну там, не знаю, я подставлю имена, допустим, сохраняя анонимность. Вот. То есть не переживайте, это все будет максимально анонимно. Я был в Алмате и забил ехать в Астану. Да, да бы мы, наверное, с тобой тогда бы не встретились по времени, по-моему. Мужики не ходят к психологу, мы просто сидим в баре со стеклянными глазами. Обычно такая несерьезность кроет в себе что-то очень ценное, уникальное, как показывает опыт. Ну, возможно, да. Лучше психолог штанга 80 килограмм. У каждого свои способы. Ох, я могу про сны такое там расписать, даже про контролируемые сны. Ну, давай, Лера, вперед. Вот, а сны — это просто попробовать разбавить это тем. Не знаю, вам, надеюсь, он не мешает. Короче, дело в том, что есть... если вы верите в то, что сны могут нести какой-то смысл, ну, тут мнения у людей очень сильно расходятся, поэтому если бы вы хотели посмотреть или послушать с моей стороны, вот, да, типа проанализировать разные сны, да. То есть, допустим, что бы, по моему мнению, скрывает сон. И что они себе... Да, 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 Лера, да. Анделечка, во-первых, я думаю, что тут среди зрителей много адекватных людей, но бы серьезно и скучно. Я с этим согласна. Тоже. Наверное, все-таки очень классно помогает анализировать что-либо, подставляя себя. Ну, то есть в плане, например, если я думаю о том, что человек там несет какую-то херню, там смеется много или шутит много, это совсем не значит о том, что он не умеет разговаривать на серьезные темы или он не является охуенным там специалистом в какой-то сфере. Логично, все, ответила сама же на вопрос. Благодарю всех за ответ. А подкаст про твои сны потом будет? Это чисто эксклюзив. Не знаю, можно было бы. Вообще, если серьезно, то это неправильный вопрос. Спрашивать 15 зрителей о том, как они реагируют, нужно вести аудиторию так, как тебе нравится, а не давать ей то, что она хочет. Тем более, это не 1500+. Дело-то не в том, что я даю... Или я сейчас спрашиваю это с той позиции, чтобы дать аудитории то, чего они хотят. Это с той стороны, что мне интересно с вашей точки зрения, как вы меня воспринимаете и смогли бы вы воспринять меня профессионалом, допустим. Вот. Это когда одно полушарие придумывает, а второе удивляется. Думаю, иногда через сон подсознание пытается обращать внимание на какие-то моменты или напомнить что-то. Вот, говорят «да», а потом говорят о том, что если сны снятся, то это вообще на самом деле гласит о том, что что-то не так в состоянии, но при этом сны ничего толком не несут. Это даже не подсознательное, не бессознательное, это вообще... Или это, нет, это не подсознательное, это бессознательное, то есть вообще никакое, по сути. Вот, есть такая теория. Есть теория о том, что сны все-таки вот, как Клифф говорит. Так что хер знает, кто во что верит. Где-то слышала, что сначала мозг придумывает окружение, а потом только само действие в нем. Возможно. Дык, и смогли бы, это вопрос для чего? Вопрос для того, чтобы понять, можете ли вы перестраиваться или нет. Не в том, что я такая, все, пацаны, я становлюсь психологом. Переходите. Теперь у нас меняется тема. И опять же, если даже с этой стороны, то получается, я делаю это с той стороны, что мне это нужно, я просто анализирую, получается, так. А не с той стороны, что вы скажете, нет, я тебя не воспринимаю как психолога, я такая, блядь, ну тогда все, никаких психологических тем на Твиче. Если ты не заметил, то я уже, наверное, не знаю, сколько стримов подряд, просто делаю то, что хочу, как хочу, и вообще нормально. Вот. Так что не знаю. Просто все почему-то пытаются найти уязвимые места людей. Ну, типа, зачем это делать? Ну, все в своей мере где-то уязвимые, где-то очень сильные. Просто не знаю, почему. То ли люди чувствуют свою силу потом в том, что они ткнули в человека, что вот здесь, вот смотри, вот у тебя самооценка, хуйня. Ну, блядь, я сам это знаю. Допустим. Привет, классно выглядишь на гимназистку. Спасибо, привет. Вот. Так что не знаю. Как будто настолько и так много злости в людях. Еще и вот это делать вообще бесит, если честно. Так что добро и позитив спасет мир. Наверное, когда-нибудь. Не факт. Так. Смотрите на вот эту вот фигню. Я хочу придумать,
чем можно заменить это. Интересно, что там было в голосовом директора, что она такая, да пошли они в жопу, буду психолога. Хз, больше половины знакомых хоть раз, но ходили к психологу, и фидбэк положительный. Они могли бы сами до этого дойти, но с психологом немного быстрее, экономит много всего в плане развития. Да, самое главное — найти хорошего специалиста, который будет полностью тебя удовлетворять. Просто набор донатов на да? Да. Да. Ой, господи, а я тут такая. Спрячемся, пожалуй. Спасибо большое за рейд. Ужас. За деньги нам, да. Это полоска на чисто на донаты, да? Да. Спасибо большое за рейд. Ой, это мы вовремя. Да вы вообще капец. Хорошо, что хотя бы не во время офа. Мне приказано что-то написать. Не носите нам травм. Я постараюсь. Всем привет. Мне приказано что-то написать. Угу. Привет, сладкий. Здравствуйте, мы пришли смотреть Пал Ворлд. Запускайте, пожалуйста. Я бы с радостью. Что такое Пал Ворлд? Объясните мне, пожалуйста. Потому что я... Да. Мы с Хельграда пришли захватывать канал. А я пришла знакомиться. Меня Хеля зовут. А тебя? А меня зовут Ангелина. Приятно познакомиться. И еще надо сделать вот так. Сейчас. Ой. Отслеживать. Спасибо большое за рейд. Игра тысячелетия? Это покемоны с оружием? Это Степ над покемонами. Ну, научи не переживать, товарищ стример. Спасибо большое. Только вот я игры не стримлю сейчас, поэтому невозможно это будет сделать. Вот. Нет же, это игра про полов и выживание. Пойду погуглю, пожалуйста. Как в этом говорить называется? Я правильно сказала? Вспомнила Пол Грейт или как? Полград. Это вообще магазин напольных покрытий. В Питере. Пал или пропал? Ну да, но все же сходство есть. А, Пал Ворлд, господи, боже мой. Пал Ворлд. Компьютерная игра. А, теперь я поняла, почему это с тёплыми покемонами, конечно. Ну, прикольно выглядит. Игра полов. Мир Пола. Это ММО или соло-игра? Скорее всего, командная, нет? Короче, в этой игре ты рабовладелец покемонов или работает за игру. Это чисто из ВК. Ну, хорошо. Ну, скорее всего, это игра, да. Короче, я, знаете, я играю в соло. А там можно играть, с другими людьми? Игра прикольная, есть колб на 4 человека, сервера нам 32 человека. И сервера на 32 человека. Что за игра? Ну, собственно, как и в жизни, работаем за еду, крышем головы. Угу. Привет, Мухов. Коп или соло, как хочешь. Я недавно начала играть на телефоне. У меня же когда этот ноутбук сказал, давай это помрем. Вот. Можешь сейчас подождать? Не-не-не. Спасибо за фоллоу. Я этот, сейчас скажу вам. Начала играть в типа доты на телефоне. Хотя это пиздец. Это только этот League of Legends, наверное, Mobile Legends, да? Это так, в панельке начала играть. В панельке я бы с радостью поиграла бы. Лол. На телефоне, который, да. Привет, Ярослав, еще раз. Вот, и в целом прикольно. Ну, на телефоне, просто, ну, выбора другого как бы нет. Фу-фу-фу-фу. Лол, ну толка нет. Да. Ну и что теперь? Если у меня, ну, вот крякнулся. Я не поиграю так хотя бы на телефоне во что-то.
А еще на самом деле действительно не какая-то негромантка, что ли. И я поэтому за эти темы вообще не шарю. И я бы с радостью бы, конечно, но вообще нет. И купила себе Nintendo ради Pokemon Unite и не играю теперь, а ведь играла раньше даже на телефоне. Такое бывает. Но еще, думаю, места много тебе это не съедает. И в целом, когда появится такая жилка поиграть, обязательно, возможно, поиграешь. То есть это такое временное. Как нет, это Genshin. Я в Genshin один раз только начинала играть, и мне понравилось. Мне не хватило эмоций. Я не хочу в Genshin. Нихуя у тебя причесно. Да вообще чокнешься. Да я просто волос не хотела мыть. Нет бы Рэл стремить. Она в Волду играет. Я в Волду давно не играла. Это съела 30 тысяч. Ой. Ну ладно. Считай, сделала вложение в свое будущее. Ну ты там, не знаю, может перепродашь потом за 1100. Какие игры бесплатные? Ходишь в моды, папка и колда. Я не хочу в папку. А еще есть Великий Султан, любишь играть, если любишь туда девочек, готов продать хату. Блять, Клифф, ты серьезно в эту игру играешь? Ты бы еще в эту в Куб Романтики начал играть, вообще был бы прикол. Я бы охуела. Рейдеры, вы не смотрите, что она такая побитая и замученная. Это сегодня не на летние метеоусловия, а в Астане просто. Ты чё? В смысле ты будешь говорить, что я плохо выгляжу, и чтобы они не обращали на это внимания? Привыкайте и оставайтесь. Если вас устраивает такой внешний вид, то другой внешний вид вас устроит еще больше. Вот так надо говорить, Альтимит. Ну ты чё? Потому что это случилось в феврале того самого года, я испугалась, что не смогу купить уже никогда, и она 27 тысяч стоила. Нормально так? И нет, но я видела ров про нее. Тогда поняла. Человек подумал, что у тебя Нинка прошитая покупалась раньше, она выходила в 30к, но ты переплатила, конечно. Я в свою был купил срок за 5. Не давите ее на нее. Купила и купила. Типа, зато кайфанула от того, что она себе смогла ее купить. Да, потратила, ну и ладно, господи, деньги приходят, уходят, знаешь. Вот вы такие вообще душнилы насчет всех вот этих покупок техники. Пацаны, ну угомонитесь, пожалуйста, вот тут вот начинается. Что такая врубит картинку, ну оставайтесь так или уходите. Там у чувака ребенка 11 баксов грузили. Я все сделал правильно, одно дело, когда я говорю другое, когда сказала ты. Ладно. Ребят, кто-то новенький, я менеджер, кидай мне 500 рублей на проходку в приват. Что я пропустил? Скабушка, ты пропустил рейд. Это не душка, это финансовая грамотность. Финансовая грамотность, знаешь, я, наверное, бы сказала, это когда ты умеешь распределить свои доходы так, чтобы ты не остался с голой жопой на следующий день или через месяц, и чтобы тебя хватало на хлеб и на воду. Ну, условно, да, то есть, чтобы ты смог поддерживать те условия, в которых ты живешь. Вот. А то, что ты там можешь себе купить еще и какую-нибудь такую штучку за 30к, да тоже грамотность, потому что ты распределил такой, типа, окей, покупаю, все. Ой, не Nintendo с рук, но уж нет. Покупала я для хорошего места плойку, так там такой был убитый геймпад, весь ляпан жиром каким-то и куча пылища в плойке. Такие вещи, как Нинка, это должно быть из коробочки, из магазина, с гарантией. Вот, видите? Так что... Купил видяху, осталось 300 рублей грамотный. Альтимит, это вообще? Ну, мне как-то больше кайфа, чем покупать будет такое нутро, так если раритет. Ну, я, например, себе фотик тоже купила сразу, ну, новый. Потому что, да, я могла купить с рук. Ну, сухи произошли. Что там у вас жестко долбит? Потише сделала. Ну, так, держите. Слышь, менеджер, ты себе сам пройди сначала со мной из КП в лав-отеле. Да это у Ветеровского, как обычно, там выкручено на все. Я про накладные? А, господи. Да, я их сняла, просто решила, что...
Надо отдохнуть. А еще я сегодня, перед тем, как стрим запустить, я, короче, фотку сделала на фотик. Ну, просто ради интереса, я потом скину. Либо в Телеграм, либо в Инсту. Вот, и... Я пересматривала фотографии, которые я сделала, получается, стрим позавчера и сегодня. И я поняла, что мне нравится больше естественное. Ну, то есть, когда косметики не так много, либо какие-то там стрелки, допустим, когда не уши, ничего такого нет лишнего, что ли. Не знаю, почему. Ну, наверное, это неплохо. Просто отследить в себе этот момент. Так, что там дальше было? Ты взрослый дядя, мне такие не нравятся. Но это когда она головой трясла. Я еще и накладные пропустила, ёпта. Оп, секси-коленка. Это не секси-коленка, это... Бежай. Нино, куча нетронутых, их постоянно... Нинок. Их постоянно покупают, поиграют два раза и бросают. Я на своей тоже играла часов 20 в портативе. Остальное время она в док-станции. Я играю с про-контролера. Для меня... Ну, я поняла, про что ты. Вот ты душнишь. Это уже не финансовая грамотность. Ты реально душнишь. Ты на нее как будто набросился, как будто на твои деньги потратила. Хуевая секси-коленка. Просто глаз чесал. Слушай, а ты записи стримов удаляешь? Я их не удаляю, я их просто не публикую. Ну, типа, не знаю, как будто бы я разучилась, что ли, мне не нравится очень сильно. Что-то типа такое. Пойду умывать, спасибо за теплый прием. Давай, я так понимаю, ты спать потом пойдешь? Если да, то в любом случае приятное времяпровождение после стрима. Я ей еще и есть не даю. Я тут еще душнила. Финансово грамотно душнит. Конечно, накинулся. Жрать не даешь, Нинку осуждаешь. Это не одно и то же удалять и не публиковать? Возможно. Хочу пойти в KFC за острыми крыльями очень. А я не хочу. Я сегодня бургер херанула на работе. И забыла свою картошечку там с сыром. Блядь. Ну ладно. Зато я наелась. Это было классно. Душнила. Меня вызывали. Тут другой душнила. Отлично справился, Тари. Спасибо тебе большое за рейд и за такую поддержку. Вот. Отдыхай. Это прыщи на лице или веснушки? Это вот здесь вот. Это прыщи. А вот тут вот есть веснушки. Но их больше видно вблизи и во время весны. Можно записаться все, кто душнил? Можно. Никто не откажет. Смотря в чем ты хочешь подушнить, конечно. Попрошу не обесценивать статус душнилы. Да я не обесцениваю его. А еще есть блески. Ну то есть скоро увидим их. А кто рейдил-то? А рейдила девушка с ее историей канала и в целом с ней. Познакомлюсь чуть позже, потому что я подписалась, но познакомлюсь позже. Вот. Давайте повторим про псевдоэкологию. Не надо, пожалуйста. Я тогда не договорил. Нет, Шиз, пожалуйста. Пожалуйста, просто не надо, пожалуйста. Так. Знаете, что я хочу? Я хочу завершить стрим. Но сейчас кое-что проверю. Она очень странно делала майку с лайком, как ударила по груди. Очень интересно будет посмотреть, что... Короче, сейчас я сделаю вот так. Пока вы у меня тут такие хорошие, пригожие. Как это делается? Так, вот сюда надо вписать, да? Я реально как этот. Так, экология, финансы, шмот. Блин, не шарю, ни в одной категории. Я чё про вещи-то?
Из Wildberries, вот кто с Wildberries заказывает вещи, иногда такое ощущение, как будто бы они приходят какие-то, знаете, уже потертые и поношенные. Ну, то есть, не факт, то есть, не в том смысле, что их кто-то до этого носил, а в том плане, что они сами из себя качество такого. Хотя при том, что там можно найти прям капец клевые вещи. Но не знаю, вот такое вот какое-то ощущение. И поэтому я что-то пришла опять к выводу, что хочется купить вещи прям очень хорошего качества, чтобы не было вот этого вот постоянного какого-то обновления и так далее. И пусть будет чуть-чуть минимум вещей, но зато они будут хорошие, качественные и комфортные. О нет! До письки себя исчерпали еще час назад. Да. Так, что мы делаем с вами? Мы с вами благополучно расходимся. Встретимся с вами как-нибудь скоро. Как обычно, вы знаете, я не обещаю в последнее время. Вот. А в случае чего, подписывайтесь на Телеграм. Там обычно я предупреждаю, а иногда не предупреждаю и резко могу нагрянуть. Я штанишки только офф-дайн покупаю, поэтому... Ну, вообще, да, типа, пощупать само качество, померить, как будет сидеть и так далее. С этим я соглашусь. Но, допустим, у меня в этом году, ну, то есть... Короче, пусть будет в этом году. Я покупала себе уги на зиму, и я выбирала их на Вайлдберрисе. И я считаю, что я прям очень хорошую такую совершила покупку. Они, конечно, были не из самых дешевых, но при этом их хватит на, возможно, даже еще на одну зиму. Вот, так что да. О нет, как же я не люблю фразу от Лины, ну что мы с вами сейчас делаем? Обычно потом идет то. Ну блин, зато вы уже знаете, что в этот момент я буду прощаться. Ну и... Лучше не отступать от традиций. В общем, буду вас ждать в Телеграме, буду ждать вас на следующих трансляциях. Безумно благодарю вас за то, что вы приходите. Безумно благодарю за любой вид поддержки. Хорошего вам вечера. Отправлю вас рейдом к Никите. Он там. Exception, привет! Вот, привет и пока. Увидимся с тобой как-нибудь в ближайшее время. Завтра стриму быть? Лера, я сейчас ничего не обещаю, потому что если быть, то быть. Если нет, то я напишу в ТГ. Вот. Ну, хотя бы привет скажу. Да. Так. Все. Ок, жди тут. Мы скоро. Хорошо. Давайте. Бегите к Никите. Он там что-то готовил вроде. Я тоже сейчас к нему забегу и побегу по делам. Все. Всех обняла. Всем хорошего вечера. Вот так вот делаем. Будет или не будет? Вот, отлично. Все. Всем безумно благодарю. Ой. Это чувство, когда по кругу пускать с одного стримера к другому. Но я рейды делаю очень-очень редко. Вот. И обычно только тем, кого я хорошо знаю. А то будем сидеть. Все, ладно, все. Всем пока-пока.